Чека! Народу, ага, раз, два, я обчелся. Так, Никита размялся немножечко. Так, номера дети дают. Вот вам повезло, сразу в финал. Почему это? Ну не знаю, сил больше. Покажи номерок, 151. Это не мой. Да не надо. Что он тебя боится? Федерация бокса, самбо, шахматы, федерация волейбола, федерация силовых видов спорта, федерация автоспорта, федерация силовых единоборств. Федерация футбола, федерация лыжных гонок. Так, наш пьедестальчик, на который мы надеемся сегодня встанем. Сейчас трассу посмотрим. Вот оттуда они поедут. Нишируют. Так, детки у нас уже готовятся на старт. Сейчас у нас поедут самые маленькие. Так, и тренера их уже начинают заводить. Никита, аккуратно, ты чё? Да, я посмотрю, где запускают. Так, пускают несколько человек. Так, тут получается раз, два, три, четыре, пять, шесть человек в каждом. Ну-ка я отсюда посчитаю, поскольку три забега у них будет, шестой, седьмой. Получается раз, два, три, раз, три, четыре, пять. Пять дорожек. Пять дорожек. Все, малыши готовятся. Так, вот окно, через которое они будут заходить, и старт. Ну ладно, будем надеяться. Ну что, Никита, скажи что-нибудь, какое вы сегодня место ждете результатами? В троечку попадешь? Ну, поувереннее, поувереннее, да. Какое место сегодня ты ждешь? Первое. Первое, молодец. Вот с такой уверенностью надо начинать. Готовятся у нас малыши. Марш, все, поехали. Конем едут. Три человека. Вот так вот они будут
Где мне Никита? Никита пошла. На старт. А как бы ходить-то не шагу? Взрослые девочки едут. Давай, молодец, давай! Взрослые девочки. Так. У нас мальчишки едут нашего года. Варя. Кто там едет? Нет, не мой Никита. Нету. Ну, снимем мальчишек. Едут мальчики. Едут. Ну что? Никита. Ну давай, сыночка. Давай, работай. Толкайся. Давай. 151. Давай, гони. У них сразу финальный завес. Ждем результаты. Полуфинал они пробежали. Сейчас будем ждать финал. Ох, тренер наш пропустил немножко. Так, сейчас результаты объявят. И у нас остался последний финальный забег. Это мужчины. Приглашается Дмитрий Владимир, Юриков Евгений и Юрий Пожалов. Никитку не могу найти. Смотрим, идем. Ну, посмотрим, пока у нет финал. В финале побежит четверка, только трое выйдут победителями. Сейчас после этого забега мы объявим финалы. Буквально 10 минут будет перерыв, чтобы настроиться на финалы. Можно пройти попить горячий чай и немножко отдохнуть. Так, вон наши лыжники. Мама видит своего сына издалека. Шагаем потихонечку. Будем надеяться. Мы все равно в четверочку попали. Здравствуйте. Ну что, вы приехали сюда? Как приехали? Мы обе вышли. А, ну все, ждите. Так. Полина, а нас в истории по одному или по два? Да. А как там? 6 человек, да. А как месяц? Месяц? Нормально там 6, да? Там 5. Там 5 их. Их там 5. Я сюда, по-моему, что? Их там 5. А? Пошли. Дева Ксения, слушаем, Галинина Ольга, Никита. Нелидина Полина, Устинова Екатерина, Батакова Мария, Устинова Виолетта. Так, объявили девочек. А мальчики? Мальчики 12 год рождения младше. Шестовский Штегор, Степанов Лев, Бородин Лев, Перловский Илья. Помаши рукой. Мальчики 10-11 год рождения. Калинин Дмитрий, Останин Семен, Назаренко Данил, Черепанов Антон. Мальчики 8-9 год рождения.
Федор Скрябин, Егор Захаров, можно чайку? Клещев Артем, Орлов Дмитрий. Угу. Слушаем фамилию нашу. Сейчас, по-моему, мы будем. 6-7 год рождения. Мы. Стафеев Михаил, Власов Андрей, Кушников Павел, Шадрин Кирилл, Панаев Никита, Леонтьев Сергей. Мы попали. Ждем финал. Надо было еще так, много. Готовимся. Готовимся. А, финишал, вообще на половине скользко начинаешь. Финал. Как-то сильно содрали немного. Готовимся. Ходят тоже мальчишки. Ощущение. Кто там встанет, кто тут встанет, кто стоит. Как-то, блин, старт. Тут? Стоит. Короче, там грязной марафон был, и там постоянно. Все, готовится. Пошла снимать на финиш. Иду, ноги дрожат, переживаю. Ужас, как переживаю. Пошла снимать, все сказали им готовиться. Сейчас вот финишируют мальчишки следующие наши. Финиш готов. Так, ну что, 6-7 стоят на старте, переживают, нервничают. Ну, удачи. Первое, второе и третье место. Ну, 6 человек. Сердце трясется. Внутри все дребезжит. Дребезжит. Так, Никитка у нас во второй линии. Ну давай, сыночек. Троечку надо попасть. Татьяна Владимировна, готовы? Я с одной балки еду в дорогу. Прямон, я вот здесь иду. Дима, все, одевайтесь уже, не ходите, не где-то, одевайтесь. Вот, здесь она отпала, я вперед. Так, сперники у нас тоже сильные. А балки-то нормальные, все купить, нет? Посмотрим. Не, мальчик, да подожди. Ты ходи. Ну, вон, ну. Вон, ниже, к примеру, балки никуда не отвалится. Так, ну что там случилось у них? Ну? 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 Ну, давайте старт. Давайте старт. Мальчишки наготове. Ну, чего там? Дети стоят, нервничают. Ну. Федор, твои колготки-то что? О, на старт. Погнали. Ой, война, не нужись у нас, господи. Давай, давай, сыночек, давай, родной. Давай, давай, Никитушка, давай, 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 сыночек. Давай, 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 родной, он первый идет. Да умница ты моя, молодец! Молодец! Блин, молодец, первый. Молодчина! Ура! Викторович, он первый. Блин. Ура! Ура! Блин. Молодцы! Молодцы! Ура! Никита! Молодец! Ты умничка моя! Никит, беги сюда! Беги ко мне! Да ты моя умница, первый приехал. Блин. Не сдержалась, уже закричала.
Попроси, пусть тебе фото покажут. Вот у меня есть. Беги сюда. Никита, подойди сюда. Ну иди, я тебя поцелую. Никит, ну подойди. Вредничает. Никита. Стесняется. Стесняется. Шестерка ихняя ехала. Нет, Миша, там очень сложно, я честно не знаю. Беги сюда. У меня есть видео. Иди, мама тебя полюбит. Беги сюда. Я тебя люблю, молодец. Умница. Ух ты, умничка. Ох, мы выиграли эту гонку. Ну что, вас можно поздравить сегодня? А? А? Ксения Александровна, что? Возможно поздравить сегодня? Вы прибежали? Третий. Поздравляю. Вы на Ютубе. Помоги всем подписчикам. Юлиным, да? Угу. Да ты моя умничка. Да ты моя умничка. Я так тобой горжусь. Давай, давай. Видишь, как ты сегодня сказал, что ты встанешь на этот первый пьедестал. Да ты моя первый умничка. Прибежал. Молодец. Мамка-то не вытерпела, закричала. А, это штаны. Штанишки вот твои. Давай, бери. Давай, палы. Сейчас я снимаю. Вот сюда бросай. Молодец, Никита, я горжусь тобой. Ух ты, моя умница. Мама-то рада. Сергей, здравствуйте. Ты меня заберешь? Откуда вы? Позвали. Ну, сейчас поеду за тобой. Ну. Как не заберу? Ты что, Никита? Ты вот прямо вот сказал маме? Большое совместное видео. Ух ты, умница. Так горжусь. Помоги, а? Да? Да. Так, идем мы на ограждение. Сегодня за первое место будут давать подписку на Лапаевскую газету. Ну и может какие-нибудь еще подарочки. Ждем. Мама счастливая. Ребята откатываются. Так, вот он пьедестальчик наш. Ждем. Так, решили они просто покататься. Просто прокатиться. Мама идет вон с той стороны. Хорошо идет. Ждем. Вот насколько осталось. То есть то ли что победил, выиграл или как правильно сказать. У нас построение на награждение. Ждем. Так, девочки, потом будут наши мальчишки.
Светлана Кагаронова. Молодец! А вот это не штанчик. Я когда ехала, у меня полку. Второе. Первое место. Никита Манаев. Я бы сейчас мог либо... Молодец. Первое место. Такие медальки красивые. Либо. У нас вот такие только были. Никита, я тебя поздравляю. Покажи медальку. Покажи. Подожди. А подписку? Что там, на сколько? До конца года? Она будет сама приходить. Не надо за ней ездить? Нужно в редакцию только сходить, сказать, что... Грамоту она... покажи. Покажи грамоту сюда. Ты рад? Расписался? Нет, еще. Бегом, беги. Молодец! Да ладно. Смотри, чтобы не убила. Мама, смотри, у нас вот такие вот медали были. Вот сейчас такие были. Не могли, а тренируешься, так, отойди. Мне уже залезла. Моя палка была. Так получилось, что это, блин, нафиг. Да мы уже четвертый раз это делаем. Так, ну что, на этом все. Заканчиваю я свое видео. У нас сейчас все.